Итак, в эфире моя. У микрофона Антон Смаргалов. И Дарья Мухина. Здравствуйте. Да, друзья, у нас сегодня планета Маяк, и будет космическая вечеринка, поэтому готовьтесь. Да, космическая вечеринка, которая пройдет под лозунгом «Добро пожаловать на планету Маяк». Здесь вы видите все атрибуты, несколько планет, ракета, в которую, кстати, можно вставлять свое лицо и фотографироваться. Много сюрпризов, сувениров мы приготовили, но ближе к тексту. Космическая тематика выбрана не случайно. Вы все знаете, что в этом году весь мир, мы так подозреваем, да, празднует 55-летие первого полета человека в космос. И наверняка многие уже знают. А некоторые уже участвуют. Все верно, участвуют в первом всероссийском медиа-конкурсе «Русский космос». Медиа-конкурс ГТРК «Самара», дорогие друзья. Да, вы знаете или, может быть, слышали то, что у конкурса есть два этапа. Один региональный, в котором может принять участие каждый, даже ребенок, вот, например, да, в конкурсе. Или, например, льготные, бесплатные, моментальные зачисления на любой факультет с ГАУ и другие. Мне кажется, о подарках, да, стоит задуматься. Это такая очень хорошая мотивация. И есть еще федеральный этап, друзья. Там уже наши коллеги, журналисты из нашей страны соревнуются за такие солидные денежные призы. Да, там 6 номинаций. 6. Но, вы знаете, ближе к теме, да, о России заговорили, много городов. Сегодня мы где находимся? Мы находимся в Тольятти, если не ошибаюсь, да, Тольятти. Наблюдательно, мы как-то. Я просто хотел подчеркнуть, что мы здесь не первый раз, уже где-то 2 или 3 раза мы сюда приезжали, и, возможно, с кем-то даже виделись в торговых центрах. Мы делали прямые эфиры, да, прямо из торгового центра, прямой эфир на всю область с музыкальными коллективами. И, кстати, довольно удачно, да, получилось все. Мы очень рады встретиться с нашими радиослушателями, как выяснилось, потом единомышленниками. Очень рады, что наш эфир обогатился вот такими комментариями. Нам их не хватало, честно говоря. Да, это правда. Можно заметить, что в программах стало больше звонков, и мы по привычке все еще думаем, что это кто-то из Самары, а тем временем люди говорят, что это тольяттинцы или кто-то из Жигулевска дозвонился. Это очень приятно. И все эти комментарии, причем в тему. Да, да. И когда открылся 98FM, мы думали, все-таки, возможно, будут какие-то проблемы, потому что расстояние есть. Да, мы волновались, потому что, знаете, разыгрываешь подарок в эфире, какой-нибудь билет на квест. Квест находится в Самаре, а человек дозвонился из Тольятти. Вот, как, например, Константин здесь присутствует. И мы думаем, как же дарить, как же он поедет. И обратная ситуация. Да, день рождения «Маяка» празднуем в этом году в Тольятти. Думаем, но самарские слушатели дозваниваются, как же им получать пригласительные, как же им ехать. Есть слушатели из Самары, которые доехали? Есть. Верная гвардия, наши преданные слушатели, очень приятно, да. Так что получается, что никакой проблемы нет. Не так уж далеко находятся эти города друг от друга, да, Самар, Тольятти и Жигулевск. Да, благодаря «Маяку» мы становимся ближе, дорогие друзья. «Маяк» сближает, хочется сказать. Одним словом, да. Добро пожаловать на планету Маяк! Сейчас на экране мы не будем, конечно, заставлять вас смотреть полностью этот видеоотчет, потому что он полностью занимает 10 минут. Там нарезка из всех праздников, которые у нас были. 6 лет существует радио Маяк в Самаре. Теперь, к счастью, мы ее присоединили к Тольятти и Жигулевску. И здесь вот можно увидеть, как некоторые приходили к нам на эфир. Это московские наши коллеги, конечно, да, можно их увидеть. Каждый год мы стараемся кого-то привозить, удивлять вас. Кого же мы привезли в этом году, даже не знаю, кто нас навестил. Да, кстати, еще и акции проходят 23 февраля, 8 марта, это обязательно. В стиле лямур, там много кошек было, это было в «Звезде», да, кто-то присутствовал. В прошлом году мы говорили все в сад. Да, приглашали всех вместе с нами отпраздновать весну, но, в общем, тематика, она всегда варьируется. И, конечно, в этом году космос, как Антон сначала сказал, подчеркнул не случайно. Да, многие поддержали дресс-код, пришли в черном. Мне кажется, черный сегодня символизирует либо космос, либо... Слушай, это безграничная вселенная, прекрасный цвет. Да? Хорошо. Ну, в общем, вот, да, то есть это можно смотреть фоном как-то, видите, менялись прически, отрастала борода, взбривались усы. Я про Дарью, конечно, говорю сейчас. Да, играли на барабанах, много всего произошло. Но одно можно заметить, одну вещь, кстати, на этих видео. Некоторые лица повторяются, не только ведущие, но и иногда показывают слушатели, и они там, знаете,
У некоторых есть добрые традиции. Некоторые дозваниваются и говорят, мы каждый год к вам, мы хотим еще раз, мы в этом году тоже хотим попасть к вам. И кроме слушателей, у нас есть еще некоторые лица, которые обязательно посещают наши праздники. Здесь мы уже говорим про наших руководителей. И ни один праздник, ни один день рождения не обходится без торжественной части. Мы много сегодня разговариваем, но, знаете, мы на радио работаем, извините, но... Торжественная часть все-таки, она необходима. Итак, да, слово да. Предоставляется заместителю генерального директора ВГТРК, руководителю регионального департамента Рифату Сабитову, и... а также директору ВГТРК Самара Елене Крыловой. Под ваши аплодисменты мы приглашаем этих людей на нашу сцену. Добрый вечер. Большое всем спасибо, что пришли на это замечательное событие. Мы очень волновались, очень ждали, когда же наконец мы в таком замечательном городе, как Тольятти, запустим вещание замечательной радиостанции «Маяк», которая в 2012 году отметила свое 50-летие. Ну, старшее поколение знает, что такое «Маяк». Надо, чтобы и молодое поколение тоже почувствовало эту динамику, эту энергетику, этого радио. Из Москвы приехали замечательные наши ведущие Рустам Вахитов, Сергей Стиллавин. Значит, сегодня уже 4 часа, представьте себе, на федеральный эфир выходили из Самары. А завтра 4 часа будет вещание на федеральный эфир из славного города Тольятти. С чем всех поздравляю. И то, что теперь вещание организовано в Тольятти и Жигулевске, представляете, прибавило нам аудитории здесь, в Самарской области, более чем на 1 000 000 человек. Это для нас, на самом деле, очень важное, очень большое достижение. Я думаю, что замечательная ГТРК «Самара» не подведет и оправдает все ваши надежды и ожидания. Всех с праздником. Еще раз большое спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Я тоже очень хочу от всей души поблагодарить всех, кто сегодня к нам присоединился к празднику, кто разделил уже и еще разделит радость прихода радиостанции. Она была уже, она была не совсем в том формате. И сейчас в Тольятти появится настоящий формат, тот, который приходит из федерального эфира. И уже сейчас, когда вот мы практически месяц проводим разные акции, мы почувствовали, насколько молодая тольяттинская аудитория, насколько легко она откликается, насколько активно участвует во всех тех предложениях, с которыми мы выходим. Я думаю, что радио «Маяк», оно такое интерактивное, оно как раз нацелено на общение, на коммуникацию прямую с радиослушателем. И в этом смысле, я думаю, что мы обретаем, конечно, и миллионную аудиторию, и очень-очень ярких, отзывчивых и креативных участников всех наших программ. Поэтому добро пожаловать в мир «Маяка». Спасибо еще раз огромное за то, что сегодня разделяете. Я особенно хочу поблагодарить наших партнеров. Я хочу поблагодарить директора, собственников, руководителей вот этого замечательного, вот этой площадки чудесной, на которой мы сегодня оказались. Нам любезно предоставили возможность сегодня запустить, вот уже практически реализовать наш проект, который в этом году становится ключевым во всех наших эфирах, вы обязательно об этом услышите. Космическая тема, конечно, доминирует в этом году, и Тольятти тоже отчасти, наверное, можно всерьез приобщить к этой теме, потому что и там машиностроение, как бы там ни было, да? Поэтому я думаю, что вот этот космический год, он ознаменовал все наши начинания, и мы уже дарили в этом году вот такой подарок. Мне хочется директору, я приглашу Екатерину, если она здесь. Хозяйку ресторана «Весна» Екатерина Велетник приглашается на сцену. Под аплодисменты, да, все присутствующие. Спасибо вам огромное за ваше гостеприимство. Вот такие часы мы подарили губернатору, когда у нас был наш профессиональный журналистский конкурс, сказав, что мы начинаем время отсчета космического года. Поэтому вот как-то так уже стало это доброй традицией. Мы всем нашим друзьям, всем, с кем у нас складывается хорошо и сотрудничество, и работа совместная, дарим мы и думаем, что вот это станет началом большого пути. И, конечно, агентство «Премьер», правильно, подскажите мне название «Премьер-эксперт». Я все время, да, Оксану хочу пригласить, Оксана Симонова. Генеральный директор, да. Оксана Симонова. Тоже такие же часы, это тоже вот начало нашего большого сотрудничества. Огромное вам спасибо за помощь, за то, что вот сегодня такой замечательный зал, в нем столько много красивых людей, красивых глаз. И вот правильно мне Рифат Абдулвагапович подсказывает, невозможно не переоценить и оценить роль наших коллег из передающего центра.
из системы РТРС, которые, собственно говоря, благодаря которым эта частота появилась на территории города Тольятти и Жигулевск. Да, действительно, это было очень быстро сделано. И большое спасибо, Марат Ринатович, главный инженер. Дмитрий Анатольевич, передавайте, пожалуйста, низкий поклон. Здорово вообще, что мы расширяем вещание в такие непростые времена, когда все наоборот как-то так сужается и закрывается. В добрый путь, в новый космический год. Еще раз вам огромное спасибо и новых всех побед. Спасибо. Добро пожаловать на планету Маяк. Наш космос внутри, конечно, не обойдется без коктейля, дорогие друзья, без фирменного коктейля. И это бывает каждый год. Каждый день рождения радиостанции Маяк придумывается какой-то... Специальный коктейль для водителей, да. К сожалению, он алкогольный, я так подозреваю. В этом году он называется «Гравитация». Но что объединяет все эти... Да, «Гравитация». Что объединяет все эти коктейли, это их цена. Если вдруг вы захотите приобретать его, то цена – это чистота. Есть она, да? Вот чистота. Вот ровно столько стоит коктейль. А сейчас все засомневались, что же там. Даже дешевле, чем в Самаре. У нас в Самаре 92,1. 92,1, да. А здесь, ну, хоть подешевле. Экономят, да, на чем-то экономят. Антикризисная, наверное, какая-то гравитация, да, то есть, чтобы совсем не улететь, наверное. Так, кроме этого, можете обратить внимание, вот с этой стороны сцены, с нашей справой, с вашей с левой стороны, да, девушки готовы нанести некий грим космический, да, некоторые уже сразу расчухали, они знают, что у нас есть такая традиция на днях рождения, какую-то звездочку нанести, то есть это как боди-арт или что? Ну, возможно, девушки знают, как правильно, хотя меня поправляют, говорят, боди-арт на все тело. В общем, профессиональные визажисты из US Club помогут вам сделать космос на лице в том числе. Ну и потом с космическим лицом вставляетесь как раз в ракету и все, и делаете фотографии. Мы все время хотим пригласить какого-нибудь шаржиста, портретиста, татуировщика. Представляете, татуировка своего любимого или соседа просто сделать. А может быть, с чистотой, представляете, на вечно, да, такая. Зачем мы сейчас раскрыли фишку на следующий год? Ну, хэштег вечера «Маяк Тольятти». Также планета «Маяк Тел». Здесь мы завершаем рассказ про развлечения. Ну, конечно, вы видите, что есть инструменты, это неспроста. Их здесь столько много, вы даже не представляете. Вот как вы думаете, сколько коллективов будут сегодня выступать? Ну, зачем подсказал? Можно было сказать, что это будет конкурс. Смотрите, дорогие друзья, сейчас приглашается на сцену заместитель председателя правительства Самарской области Александр Борисович Петисов. Добрый вечер, уважаемые друзья. Ну, у меня получилось буквально с корабля и сразу на бал. Ну, наверное, так и идешь, когда на свет маяка, слушаешь маяк, и поэтому быстро приезжаешь в ту гавань, где тебя... уже ожидает огромное количество друзей. Вот мы сейчас с Еленой Леонидовной вспоминали, оказывается, уже прошло 6 лет с того момента, как в Самаре мы открывали, было тоже большое очень мероприятие, когда открывали маяк, и с тех пор, тем более учитывая мои военно-морские пристрастия, я на самом деле являюсь слушателем этой радиостанции, и сейчас по пути из Самары я успел и послушать замечательные, очень ретроспективные песни, море очень приличных шуток и юмора, и получить максимум информации. Замечательная радиостанция, и я совершенно здесь откровенно говорю, что я являюсь ее слушателем и совершенно не нуждаюсь буду бродить в море тех станций, которые сегодня у нас есть в эфире. Вчера мы с Еленой Леонидовной участвовали в работе комиссии по стене доблести и чести и славы. И вспомнили очень важный факт о том, что наша область и Самара в годы войны стала одним из центров радио. Именно отсюда, с Волжских берегов, шла информация везде по всей нашей большой стране о том, что происходит на фронтах и в мире. И вот, на мой взгляд, вот я сегодня ехал и слушал, еще раз для себя понял, что радиостанция «Маяк» взяла во всю вот эту свою материю, то, что да, мы слышим, все самое лучшее, что было накоплено в годы советские, да, и дополнила яркими новыми формами этой работы. Поэтому я совершенно уверен, что и в Тольятти это будет долгожданная радиостанция, и, наверное, почитатели ее не ограничатся присутствующими сегодня здесь.
Спасибо. Спасибо. На сцену приглашается мэр Тольятти Сергей Андреев. Глава города приглашается на нашу сцену под аплодисменты всех присутствующих. А мы уже виделись, кстати, да, как-то прошлой зимой, по-моему. Пожалуйста, вот вам микрофон. Добрый вечер. Спасибо «Маяку» за приятный вечер. Таким же, наверное, приятным будет и радиовещание, потому что город становится богаче еще на одну радиостанцию. Я не знаю, насколько этот анекдот известен. Наверное, его «Маяку» рассказывают каждый раз, рискую повториться, но, может быть, какая-то часть людей его не знает. В прошлом веке огромный линкор военно-морской британский идет по Атлантическому океану, и впереди ожидается столкновение, видимо, с кем-то. Идет радиосигнал: измените курс на 15 градусов на север. Линкор отвечает: нет, это вы измените 15 градусов на юг, чтобы не столкнуться с нами. Вновь идет ответ, что советуем вам на 15 градусов на юг изменить курс, чтобы избежать столкновения. Идет ответ: это я, Джефф Смит, капитан линкора 7-го, 5-го флота США, самый второй по значимости корабль флота. Меня сопровождают 3 крейсера, 2 подводных лодки, 14 вертолетов. Мы советуем вам изменить курс на 15 градусов, иначе мы предпримем все наши меры, возможные для обеспечения нашей безопасности. Подведет: можете делать все, что угодно, мы маяк, то поэтому решаете, плывете вы своим курсом или изменяете. Я хочу пожелать маяку стабильности, удачного вещания здесь, в нашей автомобильной столице, и благодарных радиослушателей. Спасибо большое. Спасибо. Мэр города Сергей Андреев. Нашим зрителям, слушателям хочется задать вопрос: кто приехал сюда из-за наших московских гостей? Из-за гостей федерального эфира. Ну вот, видишь? Все уже знают. А потому что признавались в эфире на самом деле, что хотят попасть на день рождения только для того, чтобы увидеть и поговорить с нашими федеральными. Вот, отлично. Значит, нас не совсем обижают. Видишь? Итак, московские гости Сергей Стилавин и Рустам Вахидов приглашаются на сцену. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Здравствуйте, Рустам. Дайте нам еще один микрофон, пожалуйста, четвертый. Есть. Все, да, хорошо. Дорогие друзья, дамы и товарищи. Добрый дети. Вечер. Дети, добрый вечер. Добрый вечер. В зале дети, поэтому нам придется говорить, как всегда, прилично. Дорогие друзья, приносим извинения за то, что мы не так эффектно одеты, как дамы здесь. Прекрасные прически, укладка волос, платье, наконец, шпильки. Нам это все нравится, но мы это ничего не взяли. Мы все. Вот. Мужчины тоже в пиджаках, но мы, как обычно, вот так вот и живем. Как вышли вчера в Москве из дома. Да, это родильная привычка. Радио не показывают, по крайней мере, маяк. Видите, поэтому... что произошло? Трансляцию отключили, да, все, можно расслабиться. Не ожидал от тебя. Не надо. Не ожидал от тебя, что ты залижешься. Я могу сейчас поделиться вот одним квадратиком. Нет, вот, не надо. Это, так сказать, эта ориентация мне не близка. Мне нравятся женщины. Я не обижаюсь. Дорогие друзья, на самом деле, очень рады, что к нашей семье большой, маяковской, присоединяются два города. И Тольятти, и Жигулевск, да? Тольятти, Жигулевск, наконец, наши, по-настоящему. Да. Тольятти наш. Да. Значит, друзья мои, не хочу отвлекать вас от банкета долгое время, поэтому скажу пару буквально самых важных слов. Дело в том, что вот опросы общественного мнения, которые происходили в последние несколько месяцев, показывают, что устойчиво в стране, это серьезная часть информации, не шутка, растет ностальгия по Советскому Союзу. В обществе, в целом. А у Советского Союза было много хороших, интересных вещей, но до нашего времени дожили прекрасные ракеты, прекрасное оружие, прекрасные самолеты. И, как ни удивительно, но бренд радиостанции «Маяк».
И в сознании многих людей наша радиостанция, она тоже осталась где-то там. Мы с этим стереотипом сражаемся уже на протяжении, 9 лет, получается, да? И наши ровесники, для справки, мне 42, вот, наши ровесники, которые нас слушают, которые с нами уже много-много лет, они понимают, что «Маяк» изменился во многом, но главное, что, мне кажется, мы стараемся удержать, это искренность и по-настоящему любовь к нашим слушателям, которая является не показной и не способом заработать денег со стороны ведущих и всех остальных, а пониманием того, что мы работаем для людей, и мы себя от них не отделяем, и к, в общем-то, к сословию так называемых «селебрити», в общем-то, которые позорно и смешно, на самом деле, выглядят по отношению к настоящим селебрити из мира настоящего мирового кинематографа и убого. Мы себя не относим, мы такие же люди, как и наши слушатели, просто мы, может быть, умеем чуть-чуть быстрее и четче формулировать свои мысли. Но все остальное я, на самом деле, преклоняюсь перед талантом людей, которые работают на реальном производстве, сделанного в Советском Союзе, иметь автомобиль «Жигули». И вот в эти дни проходит Женевский автосалон. И вроде бы автомобильная столица мировая переместилась на эти дни в Женеву. Но для нас автомобильной столицей России по-прежнему является Тольятти. Поэтому мы здесь. Да. И вы знаете, друзья мои, сейчас Волжскому автозаводу на самом деле нелегко. Очень нелегко. Потому что приходится преодолевать стереотипы. Каждый, кто попробует на ней действительно проехаться, понимает, что это совершенно не те «Жигули», за которыми сначала десятилетиями люди стояли в очередях, а потом, соответственно, не очень лестно отзывались на протяжении там, последних 15-20 лет, наверное, да, когда рынок открылся навстречу импорту. Вот. И вот нас с этим заводом роднит как раз то, что ситуация изменилась, а мнения нет. Такие же современные люди в своем поколении, конечно, как и все остальные. Просто у нас есть бренд, которому 50 с лишним лет. Да, с лишним лет, 52 года. Вот, друзья мои, но я не хочу больше отрывать время нашего разглагольствования, потому что вам как-то неудобно выпивать, а мне неудобно, что вы не выпиваете. А нам неудобно смотреть на вас. Да. И хочется, на самом деле, поскорее пройти в зал и понаблюдать за женщинами. Но мы должны еще, я так понимаю, раздать какое-то количество подарков. У нас есть подарки. Да, причем эксклюзивные, опять же, связано с историей нашей радиостанции. Сеня, подарки. Давайте подарки. Да. Сеня, дичь. Может быть, мы их будем раздавать за какие-то интересные вопросы из зала? Или... Конечно. Да, дорогие друзья, у нас есть, Сеня, 6. 6 с собой. 6 интересных вопросов. Друзья мои, это вечный календарь. Ничего не будет на Земле. Мы уже переселимся. Давайте уже Маша скажет. А это будет, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Аня, и, если честно, вас, как любителей машин и дорог России не только, хотел спросить, как вам наши дороги тольяттинские? Лучше, чем самарские. Лучше! Поэтому мы сегодня в Тольятти, а не в Самаре. На самом деле, мы имели возможность к вам сегодня и не доехать, потому что буквально в те же минуты, что мы проезжали по Московскому шоссе, если вы заглянете в мой Инстаграм, то увидите, что упал столб, который раздавил без жертв три автомобиля. И парализовал движение. Огромную пробку, да, вот там идет реконструкция, и столб упал, потому что он устал. Устал стоять. И, ответ получит, правильно? Лучше, чем в Самаре. Подарок. Пожалуйста. Еще вопросы. Может быть, вдруг у кого-то появились, да? Кто-то созрел, придумал, додумал. Поднимайте руку, я подойду, мы принимаем, да, давайте. Вот, еще одна женщина хочет календарь. Пожалуйста. Не женщина, Рустам. Девушка. Хорошо. Для вас девушка. Добрый день, дорогие наши москвичи. У вас очень Он москвич, он из Питера, как и президент. Этот человек из Азии, не надо нас москвичами. Сергей, Рустам, все, мы как бы в Москве вещаете, мы считаем, что вы москвичи. Несмотря на то, что я обожаю наших самарцев, потрясающих, из Жигулевска и так далее. У меня вопрос. Очень важно. Сегодня мы говорили про 5 качеств женских, да, гладкую кожу и так далее. Мы тут надолго. Ага. Давайте, может, отойдем? Что на самом деле для вас кажется номер один в женщине? Мы сегодня об этом говорили. Идите сюда, мы показали на вас, что она. Да, да.
Как вас зовут? Детей. Давайте детям закроем глаза. Как вас зовут? Ирина. Замужем? Он муж сидит, он вообще там. Вот, первое качество – это незамужний сюжет. Да, все. Держи. Спасибо большое. Достаточно. Так, хороший вопрос, отличный ответ, да. Еще. Сейчас, Рустам, быстренько разделаемся и скорее, да. И скорек. Вот так. Молодой человек. Так, вас зовут? Антон меня зовут. Я сегодня приехал из Самары. Зачем? На вас посмотреть. Где ты достал билеты? Выиграл? А, ударить с Антоном. Ничего себе. Вопрос у меня следующий. Будет ли большой тест-драйв на Ладе Вести? Так, это невнимательный зритель большого тест-драйва. Подписчик. А, по всей России. По всей России? У нас здесь есть представители Волжского автомобильного завода. Если они согласятся отправиться вместе с нами в путешествие из Калининграда во Владивосток на автомобиле «Лада Веста», мы готовы, значит, реализовать этот автопробег. Ты обещаешь то, чего не можем сделать. Как не можем сделать? Мы не можем, мы должны быть в эфире. Хорошо, хорошо. Значит, дорогой товарищ. Нет, тебе не отдаем календарь. Мы, если говорить, тебе не отдаем, у тебя вопрос дежурный, подставной. Иди, садись на место, кушай салатик. Так вот, друзья мои, на «Ладе Вести», которую нам любезно предоставил АвтоВАЗ, длительный тест. Сергей, спасибо тебе огромное за оказанное доверие. Он там сидит. Если вы хорошо попросите Сережу, он сегодня в очень скромной рубашке, обычно в такой яркой, вот, то он вам тоже может поможет. Так вот, мы проехали порядка 4000 километров, и все наши впечатления мы излагаем на нашем канале на YouTube, который так называется «Большой тест-драйв». Дайте микрофон девочке. Пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Аня Тольятти. Хотела бы задать вопрос о наших людях, о нашем городе. Какое самое положительное впечатление произвел на нас наш город? Уже произвел впечатление? Ну, мы этими впечатлениями делились сегодня в эфире Самарского маяка, в эфире наших коллег. Но вот мое персональное впечатление, оно уже в который раз подтверждается. Первый раз мы были в 2014 году, около 5 дней мы провели в Самаре, и буквально там на несколько часов заезжали сюда, в Тольятти, для того, чтобы познакомиться с людьми, которые работают на заводе. Главное впечатление от Самары и от Тольятти. В этом городе есть ощущение, что в нашей стране хоть кто-то работает. Потому что мы сегодня выехали в 7 с копейками из гостиницы для того, чтобы попасть на собственный эфир, и увидели, что город стоит в пробках. Честно говоря, в Москве в 7 часов 30 минут, но большая часть центра Москвы еще спит. Люди подъезжают, съезжаются из Подмосковья, въезжают в Москву. Правда, это ощущение. Те люди, которые приходили и в тот наш эфир в 2014 году, и сегодня приходили в эфир из того же самого «Прогресса», и тех людей, которые мы знаем, которые работают на «Вазе», правда, вот это ощущение именно людей, которые делают что-то своими руками. Самое главное, они могут это делать. Спасибо вам большое за это. Не такой серьезный вопрос. Подарок или нет, вы скажете? Отдаете календарь? Отдаем. Иди, отдай. Сергей, не согласен. Спасибо. А сейчас внимание на меня обратите. Я подписалась на ваш инстаграм, и хотела бы узнать, что вы выложите из Тольятти. Да? Какой пост вы выложите из нашего города? Из Тольятти. Да. Сейчас, не знаю, только приехали. Сейчас у всех вопросы. Очень крепкий. Здравствуйте, Анатолий, Самара. Чисто мужской мой вопрос. Как вам жигулевское пиво со дна? Вот хороший вопрос. Я искренне жалею, что мы не доехали в этот раз, потому что наши друзья ГТРК «Самара» так распланировали жестко наш график, что, к сожалению, не оставили нам ни свободных... Ни секунды на... Нет, давайте так, двух даже чисто свободных часов у нас, к сожалению, нет. По этой причине мы не смогли на улице, как мы это часто делаем, провести встречу с нашими друзьями, подписчиками, слушателями, потому что вообще нет никакого времени, к сожалению, да? Нас используют... Но на дно. Мы, кстати, у нас сегодня родился замечательный проект. И сегодня в зале присутствуют как раз чиновники Самарской области и мэр Тольятти. Значит, дорогие господа управленцы, у нас созрела идея создания на базе дна
Ну, то есть на базисе дна. Да. Значит, общероссийского фестиваля алкогольной зависимости. Нам сказали, да, что в мае самое реальное время. Не хватает для того, чтобы приехали по-настоящему вот московские потребители, да, которые... С деньгами. Ну, я их не представляю сейчас как потребителей. Я представляю просто как людей, которые могут приехать с деньгами и помочь экономике области, да, и города. Вот, надо просто создать некую сеть хороших отелей, небольших, да, ну 4-3-4 звезды достаточно, чтобы, главное, можно было доползти вечером со дна пешим ходом до Лежанки, да. А фест, значит, организовать вокруг действительно этого прекрасного пивного завода. Музыка, солнце, пиво, Волга, пиво. Так называемый Днофест. Да. Днофест. Днофест. Да. Дно. Октоберфест. Да. В Самаре. Днофест. Вот, потому что, на самом деле, ребят, надо открыть глаза, может быть, местным людям, у кого дно, ну, ассоциируется, может быть, даже иногда с маргинальной общественностью, потому что мы там бывали, и там, конечно, типы встречаются крайне спорной направленности, значит, в малиновых пиджаках, откровенные алкоголики, тунеядцы и прочие подонки. Но это не отменяет качество самого напитка прекрасного, свежего, который наливается из резинового шланга. Так вот, это целый церемониал, да, когда человек стоит в очереди, подходит, наконец заливается и отползает медленно на тот берег реки или просто куда-нибудь в соседний двор. Или за руль автомобиля. Сколько своим вопросом Анатолий всколыхнул. Здравствуйте, уважаемые гости. Я очень рада, что есть возможность задать этот вопрос лично. Сегодня слышала ваш эфир, и было сказано о том, что ни из Самары, ни из Тольятти, ни один коллектив музыкальный еще не присылал свои заявки на народный продюсер. Я представитель тольяттинских музыкантов, я певица. Скажите, как попасть на народный продюсер? Надо вас послушать в приватной обстановке. Меня Инга зовут. Лада Ресорт, а ты номер 611. Я не придумал номер. Это кастинг? Вы знаете, но надо послушать. Можно, да? Надо послушать, конечно. Там номер 206. Все остальные... Я давно хотела вас спросить. Все остальные приглашаются. Может, хватит для себя пилить? Так. Может, стоит песню записать? Не надо... И на маёк Стенавину послать. Нет, не надо, товарища Котлера, это из Ростова, товарищ. Нет, да. Ну, друзья мои, всё-таки серьезно, как попасть? Да, хорошо. Ждем флешку, но вопрос не засчитывается, потому что... Сэмп, можно запилить? Он содержит корыстные интересы. Слушай, можно запилить? Можно, но позже, сейчас. И еще один тогда вопрос. Подойдите к страждущим, пожалуйста. Давайте, вот девушка, давайте тянет. Здесь. Вопрос на засыпку. Вы в автомобильном городе. Так. Много проводите тест-драйв по другим автомобилям. Какой больше всего автомобиль вам понравился? Прекрасный вопрос. Вот. Но на него нет ответа, дорогие друзья. Я скажу почему. Потому что автомобиль... есть продукт сам по себе, но у него есть цена. И проблема в следующем. Вот я вам приведу пример, например, туфли женские. Вы сейчас в туфлях? Хорошо. Ну, чтобы понятнее было. Вот бывают, например, лабутены. Они стоят 50 тысяч. Классные туфли, но 50, понимаете? Они не могут мне понравиться, потому что они стоят слишком дорого. Так и с автомобилями. Бывают очень хорошие автомобили, но они не для человека, понимаете? Вот, в нашем поиске нескончаемом мы ищем хороший, прекрасный автомобиль за деньги, которые не жалко за него заплатить. Вот, поэтому наши поиски продолжаются, к сожалению. Понимаете? Календарь «да» или календарь «нет»? Победите, нет, пока нет, еще один вопрос. Там есть, там в очередь стали. Тут уже, вот Константин занимал первый. Давай, Константин, быстрее. Сейчас Антон пожалеет. А, еще два календаря у нас есть, да? Сразу извиняюсь перед Антоном. Здравствуйте. Константин из Тольятти. У нас появилась трансляция теперь из Тольятти, но нет ведущих. Это очень хорошо. Некому включаться. Не надо включаться. Ваши условия. 2%, как у Миши. Надо подумать. Подавить. А еще можно полвопросика? Да. Есть какие-нибудь наметки по поводу завтрашнего стихотворения? 15 секунд. Нет, нет. Я... Пока еще нет. Пока я уже объявил наши номера. И, в принципе, нам нужно теперь вдохновение. Да, вдохновение. Брат, ты не ходи. Не надо. Мы тебя не ждем. Не календарь, не календарь. Не календарь. Дайте девушке. Здравствуйте. Вопрос с отдаленной
исключение. Наш город Самара, есть Самара, готовится к чемпионату мира. Вы побывали во многих городах, и хотел бы вас узнать, чего вы нашему городу вот, еще бы вот, сейчас не хватает, а можно еще успеть к 2018 году, чем бы как удивить гостей нашего города, чтобы на чемпионате быть впереди. Чемпионат мира по футболу. Вот, но если серьезно, значит, действительно побывали в большом количестве наших российских городов. Главная проблема Самары, как мне кажется, что в свое время город Самара назывался Куйбышевым и был закрытым городом. И это накладывает некий отпечаток на то, что ты видишь на улицах именно большого города, не провинциального. Больше старого города. А? Больше старого города. Ну, больше старого города, может быть. Но Самара нам понравилась. И старый центр, и пешеходные улицы, которые есть, огромная площадь Куйбышева. Понятное дело, главной достопримечательностью вот для нас является ракета, потому что Самара до сих пор является, ну, центром ракетостроения нашей страны. Именно здесь создаются ракетоносители, которые выводят космонавтов и другую полезную нагрузку в космос. Самара для нас это еще и пиво. Самара для нас это наши автомобили. Ну, Самара, Тольятти, Самарская область. Как мне кажется, не хватает, как и большинству наших российских городов, грамотного, может быть, позиционирования самого города. Потому что можно сделать улицы, можно привести в порядок жилой фонд, можно поставить огромное количество новых памятников. Главное, качественно все это, ну, знаете, преподнести тем людям, которые живут за пределами Самарской области. Ну, вот, например, какая идея? Например, в Германии есть город Вольфсбург. Там делают Volkswagen. У них есть целый автосити, город, куда приезжают за покупками автомобили, да, чуть-чуть дешевле, чем у дилеров, где есть возможность в гостинице, как в Диснейленде, прожить несколько дней внутри автомобильного города, да, где тебе рассказывается, как эти автомобили делаются, дают покататься на автомобилях. То есть все возможные тест-драйвы. Если вот, например, на базе Тольятти, Самары создать такой автосити, да, куда можно будет приехать из любого города страны, может быть, не за машиной, но отдохнуть, покататься, погонять на тачке на хорошей трассе. Да, и, ну, короче говоря, получить... Побывать на Волге, попробовать, да, жигулевское пиво. Да. И увидеть... покататься опять после того, как попробовал. Да. Увидеть, вот, как делаются наши ракеты, прикоснуться, да, к истории нашей страны. Да, может быть, на каком-то тренажере ракетном, специально построенном для туристов. В общем, к сожалению, чтобы люди ехали, нужно для этого напрячься, да? Потому что, ну, мы, как люди ответственные, приехали сами... А большинству людей нужен стимул, пускай даже искусственный. Ну, вот в Штатах мы говорим об этом часто, да? Там очень много искусственных поводов для каких-то праздников. Разрекламировать на всю страну, сделать действительно один-два феста каких-то праздников в году ярких, да? И вы не узнаете этот регион, а деньги потекут реально от туристов. Потому что сейчас вы знаете, какая ситуация. За границей нам делать нечего, вот, да, и хочется ехать по России. Сейчас люди все наедятся, накушаются Сочи и Крымом, ну, в плане отдыха. А вот, например, ранней весной, когда морской отдых еще, ну, не в теме, да, не годится, то можно действительно окунуться в прямом и в переносном смысле в Самару, в Волгу. Чтобы человеку из другого региона все было понятно, просто, не слишком дорого, и чтобы ему встречались радушные люди. Здесь есть для того, чтобы появлялось радушие, все условия. Потому что обычно наши люди очень угрюмые, да? Потому что они резвые. Как только человек начнет знакомиться с местным колоритом на дне, то сразу все нормализуется и придет в шикарное расход. Подарите, пожалуйста, девушку. Обязательно. Сколько идей за один вопрос. Спасибо. Большое спасибо за развернутый ответ. Да, надо узнать, какой жест показывает Витус, когда надо прерваться, когда... Показывать на часы. Понятно, вот. Это показывать. Последний подарок. Это... Ребята, я, наверное, не только, я очень тоскуем по задорному смеху нашей земли. Есть ли малейшая возможность как-то вернуть? Нет. Нет, спасибо. Вот она дважды мать, веган и больше не смеется. Вот, веган и больше поэтому не все, да. Человек, который перестает есть мясо, больше не смеется. Все понял, спасибо. Вот мужчина тянет руку. Пожалуйста. День добрый, Марат меня зовут, я из Самары. У меня вопрос следующий. Вот в год юбилейный, да, для нашей российской космонавтики много программ проходят под этой эгидой. Вот с многими людьми вы общаетесь, которые представляют нашу космонавтику. Вот хочу узнать, Сергей, у вас и у вас просто там, есть ли у вас уверенность в том, что космос будет нашим
в том числе и через 10 лет, что наши ракеты будут бороздить космический простор. Во-первых, в космосе гуманоиды. И космос, по большому счету, их. Вот. А если, значит, о наших делах говорить, да? Ну что, шаттл загнулся? Загнулся. Маск тоже загнется. Этот загнется, гаденыш. Вот, значит, остается мы. Все. Самара. Да. Да, у нас есть уверенность. Нет, и у нас есть уверенность. На самом деле, дополню, буквально там несколько недель назад мне удалось побывать на космодроме Восточный, который будет полноценным нашим российским космодромом. И, понятное дело, там идут пусконаладочные работы, последние приготовления. В апреле все мы очень надеемся, что, наконец, первый ракетоноситель взлетит с космодрома Восточный. Но я увидел, вот самое главное, мы были на огромном количестве строек. Видели, как строилась Сочинская Олимпиада, как Казань готовилась к Универсиаде, на всех этих больших инфраструктурных проектах нашей страны. И вот первое, что тебя встречает, когда ты прилетаешь на космодром Восточный, это административное здание, в котором сегодня находится центр МЧС, который курирует как раз все работы. И вот первое ощущение, когда ты выходишь из вертолета, ты видишь это здание, правда, это, вот я спрашиваю так, слушайте, а что здесь будет? Они говорят, ну вот здесь просто будет сидеть администрация. Это правда, это будущее. Значит, это здание похоже на здание, которое вот мы себе представляли во всех фантастических рассказах, которые мы читали там в своем детстве. Это настоящий космопорт. И самое главное, я видел людей, которые сдают этот объект сегодня. И как это выглядит. Правда, космос наш, и я думаю, что сомнений в этом не может быть ни у кого вообще. Но если только у американцев. Да. Так что вот такой ответ тебе, брат. Да, спасибо. Спасибо. Ну, ты не хочешь еще один посыл? Космос куется, вот победа в космосе куется. Ну, правда, как второй раз знакомимся с людьми, которые работают на прогрессе, куется он здесь, в Самаре. Давай, дадим. Хороший вопрос. Хуй, космос тут. Вот, все. Это ваш праздник. Вот, и мы также, собственно говоря, относимся к этому. Ребят, ну вам хорошего вечера, девушки. Спасибо вам большое за то, что во время нашего, правда, нелегкого путешествия, потому что крутимся с утра до ночи и бегаем, сломя голову. Радуйте. Радуйте нас тем, что ухаживаете за собой. Вот больше всего на свете ценю, зная об этом, то, что я, видите, ожиревший, тучный. Вы не ухоженный. Что вы стройные, красивые, ухоженные женщины, да, которые делают это, конечно, для себя, конечно, для подруг, но в какой-то небольшой степени и для нас, для мужчин. Да, спасибо вам огромное. Ребят, всем нашим тольяттинским, жигулевским слушателям здравствуйте, говорим, да. Самаре передаем, что мы ее любим. Тну отдельное привет. Вот. Ну и если кто-то желает чокнуться, выпить, то еще некоторое время мы тут, вон за тем столиком, подходите. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. Сергей Силаев, Рустам Акидов. Ну, конечно, еще будет наверняка автограф-сессия, еще также конкурсы запланированы, в которых, кстати, участие московских гостей. ДК и Т, которые только построили, приезжали за теми самыми автомобилями от Аллы Пугачевой, Киркорова до Жванецкого. Сейчас мы наконец-то дождались Стилавина с Вахидовым и с удовольствием их послушали. И я думаю, что это вместе с открытием серьезной радиостанции возвращает наш город ту жизнь, которую даже я, депутат-коммунист, в последнее время уже перестал ощущать в своем родном городе. И очень надеюсь, и даже уверен, что если вот сегодня такая представительная делегация ВГТРК приехала в наш город, я очень надеюсь, что та самая ласточка, которая вслед за тем, как наш бывший генеральный директор «Москвич», которого мы отправили руководить Роскосмосом, о котором Стилавин сегодня сказал, что он гуманоид, и в космосе только гуманоид, нет, там есть, оказывается, теперь уже и наш бывший тольяттинец под названием и по фамилии Комаров. И я думаю, что все это, соединив космос и автомобилестроение, мы с вами способны вдохнуть жизнь в наш родной, любимый город. Мне очень хотелось бы, чтобы наши тольяттинцы полюбили также и новую радиостанцию, ну, для нас с вами, новую по месту жительства города Тольятти. И я очень всем желаю успеха на этом пути. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо большое. Сколько времени потребовалось, если отречься, да, от всех законов гравитации и прочего, вот сели в автомобиль, вот так вот ее перевели в вертикальное положение и поехали.
Вы знаете, сколько времени потребуется, чтобы доехать до космоса? Слушай, вот сейчас точно кто-то знает в зале ответ, потому что это был вопрос викторине. Да, он был, и вот Саша отвечал на него. Ну, как раз, да, я отвечал викторине на этот вопрос. 120 километров как до Сергиевска мы тогда определили. Так что в Сергиевске, наверное, тоже живут хорошие люди, да? Так что добро пожаловать, да? Гуманоиды. Да. Сколько до Сергиевска от Самары ехать, я не знаю. Вот сколько там? Два, ну, полтора часа? А смотри, до Сергиевска не знаешь, а до космоса знаешь. Вот, то есть вот это полтора-два часа на машине просто доезжаешь, а там уже невесомость. Ну что, поехали? Ну это, друзья, только после коктейля нашего. Он называется гравитация. Гравитация, да. Надо антигравитацию еще какой-то выпить. А давайте еще одно слово, да? Да, слово партнеру компании «Премьер Эксперт», генеральный директор пиар-агентства «Премьер Эксперт» Оксана Симонова. Мы приглашаем вас вновь на сцену. Да, я хочу поздравить наших коллег, друзей, наших партнеров с днем рождения «Радио Маяк», с новым проектом в Тольятти. Я хочу пожелать ребятам легкой, успешной, интересной работы, благодарных радиослушателей. Ну а нам всем с вами только хороших и добрых новостей. И от пиар-агентства «Премьер Эксперт» мы хотели преподнести такой подарок. Песня, которая была написана специально для дня рождения «Радио Маяк». Она называется «Моно радио». Ребята сейчас готовятся и выходят. Автор слов и музыки Олег Татьянин, он же исполнитель группы «Татьянин день». Спасибо за поздравления, спасибо за подарок. Да, кстати, остальным хочется сказать, что у нас пятница всегда музыкальная. Они же. Oh,
завтра потянем день. До встречи в эфире «Радио Маяка». Спасибо большое. Спасибо, Олег. Спасибо группе «Татьянин день». Аплодисменты, друзья. Итальянская группа «Шенов» побывала у нас в гостях в эфире, и мы были поражены. Конечно, слушали до этого, слышали до этого, включали, но не думали, что такие приятные люди на разговор, и ну, что такие очень душевные, да, может быть, и душевная музыка в том числе. Кто знает «Шенов»? Знает «Шенов»? Они же давно уже, да? Они же давно, 20 лет уже существуют. Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие друзья. Очень-очень нам приятно выступать сегодня здесь по такому отличному поводу. А сегодня, по-моему, все замечательно. Звезды блестят, полон зал радостных лиц. Друзья, мы хотим от всей души поздравить радио «Маяк». И, конечно, для того, чтобы поздравлять правильно, нужно сыграть правильную мелодию. Хотим мы это сделать под ваши, надеюсь, аплодисменты и поднятые бокалы. Do it again.
Узнали, оказывается, вот такие картонки с дырками для лица называются тантоморезки. Вот только не перепутай, друзья, для лица, видите? Для лица. Главное не застрять. Ты лицом, все, ты по инструкции. А можно вот затылку вот так? Слушай, ну, если много лайков наберешь, получишь приз. Кроме этого, есть вот такие планеты, есть какие-то ракеты. Тут вообще много всяких табличек. Мне кажется, вы, даже если не участвовать в конкурсе, просто для своих каких-то аватарок или для семейного альбома с надписью на грузинском... А, ладно, не буду я шутить. Хотел сказать, поехали! Там. А вот знаешь, некоторые брошки подняли, некоторые приготовились, как сейчас. Ладно, скажу, поехали, да, написано. Тут, в общем, есть целый набор вот таких вот атрибутов для фотографирования. Пожалуйста, подходите смелей. Рулонов фольги. Фольги, да. Фольга удивительная, волшебная, ну ладно, нет, не волшебная, обычная фольга. Это та самая шапочка из фольги, насчет которой все всегда шутят, но никто не знает, как она выглядит. Вам надо посостязаться сейчас, сделать необыкновенный какой-то свой фасон шапочки из фольги. Можно использовать весь рулон абсолютно. Выберем самую-самую классную шляпу. А хотя у нас, да, конечно, специальный жюри. Да, конечно, у нас есть специалисты еще, да, которые могут прокомментировать ваш головной убор космический. Вы помните, как в фильмах это было? Они защищались от каких-то мыслей, да? От микроволновок защищались. Давайте дадим некоторое время для того, чтобы они это сделали. Ну, допустим, минуту или две хотя бы. Так, ну, начинайте уже. На старт, внимание, марш, поехали. Да, делаем шапку из фольги. Слушай, можно прям брать интервью, да, по ходу конкурса. Слышишь, разговаривай с фольгой. Можно. Все помнят ту историю, да, когда... То есть поступила жалоба, это реальная ситуация, реальный случай, якобы. В милицию поступил звонок, что у нас в подъезде живет ненормальный человек, он... К нему приходит милиция и говорит,
что вы тут выходите в шапочке из фольги? Он говорит, меня сосед сверху облучает микроволновками. Этаж ниже, и он реально сидит и облучает соседа снизу. Знаешь, Антон, дома ближайшие не проверяли. Может быть, они от вышки так же защищаются? Все отвернулись спиной, у них там какой-то сюрприз, наверное. Видите, внимание, Даша, рядом с вами, вот видите, какой замечательный головной убор. Не надо сейчас, да, подсказывать. И, да, наш образ сегодня сделан практически из фольги. Потрясающих людей, руководительница Мила Филина. Я про макияж, про макияж, да. Давай, это твой и девочки с Юэй Склав. Значит, понравилось. Да. Есть еще один специалист, которого мы обязательно вызовем, она и будет комментировать все эти образы, да. Это уже имиджмейкер, поэтому... Она в курсе всех трендов, она в курсе... Один из постоянных комментаторов, мне кажется, нашей программы «Кавод», да, правильно? Все верно, Античка. Отметить в определенных кругах, она актуальна. В определенных кругах, спасибо. В определенных кругах. Ну, ты смотри, что там вытворяется вообще. Я и не подозревал, что это, что такое можно сделать из фольги. Это просто творцы, понимаешь? Юдашкину не снилось, друзья. Ничего подобного. Можно сделать и такие вещи. А ты представляешь, как мы сейчас хозяйкам подсказали, которые запекают что-то периодически в духовке. Муж заходит, а она стоит. А она стоит, да. Встречает мужа вот в таком наряде. Ну что, мы начнем проверять, да? Все готовы? Все, почти все закончили. Давайте начнем. У нас первая пара, вы прям самые первые приготовились. Большое, да, внимание сюда, дорогие друзья, дорогие зрители. И Лика, да, посмотри, пожалуйста. Ну, как на показе мод, можно... пройти, да, дефиле в центр, пожалуйста, чтобы осветить. Может быть, как-то называется, главное, у вас еще и звезды на погон. Звезды и звук. Здравствуйте, кажется, представьте, пожалуйста. Это опять Марат из Самары. А дизайнер вот здесь, пойдемте вместе, да, чтобы дизайнер комментировал, рассказал, что это за модель. У нас функциональный дизайн, шлем со светофильтром, с работающим. От вспышек на солнце защищает. Забрал такой, можно опустить. То есть мне напоминает это и... Ага. Если в Римской империи... Все работает в полном соответствии с тьмой. Хорошо. То есть в Римской империи, если бы запускали в космос, то скафандры были бы вот такие примерно, из металла такие, да? Итак, я думаю, Лике стоит дать слово. Ну что можно сказать про Римскую империю, да? Скафандры, как раз это самый актуальный, самый такой... привычный для нас. Главный упор в космосе. Давайте посмотрим следующего участника, правильно? Тем более, что они готовы. Посмотрите, здесь, да, совместная работа. А давайте тоже в центр позовем. Давайте, конечно, пойдем сюда. Вот это шляпа. Надо покрутиться немножко, чтобы все... А, даже так? И вот так. Не надо, значит, крутиться, это я лишнего добавил. Да. Кто это все придумал? Совместно все, да, хорошо. Будете рассказывать, будете говорить, что это такое? Если вдруг кто-то догадался. Спутниковый наряд. Это уже к приему готов. Так это значит, ловите сигналы каких-то там еще из существующих планет. Тихо. Подождите. Вот так тоже можно. Продолжай. Смотри. Это, видишь, минимализм уже. Это уже. Но слово Лики. Очень оригинально, на самом деле, короткий такой промежуток времени делали такой очень красивый. У вас есть кальян дома? Нет? Это могло бы как-то объяснить, я не знаю. Кстати, не только спутниковая тарелка, но еще и вот такая старинная антенна. Может быть, кто-то помнит, да, что были вот такие телевизионные такие. К Бороде обязательно, конечно. Бабочка, спасибо, аплодисменты вот этой модели. Да, еще и вот, но это не обязательно тогда было. Это тоже сигнал. Я понял. Это рычаг, это вкл и выкл, да. Следующие участники. Так. Ну, давай сначала посмотрим, да, посмотрим. Вот так вот, хорошо. Достаточно элегантно. Да, браслет зацените браслет. Так, и небольшой рассказ. Это что, какой-то ренессанс? Это мы не знаем. Это весна, любовь, гормоны. Понятно? Весна, любовь, гормоны. Хорошо. Так, Лика. Похоже, вы, да, были дизайнером. Очень любит свою девушку, такая женская. Жену, да. Да, женщина. Такой женский очень опыт. Очень женский, да, действительно, мужчина вот такой не примерил. Спасибо большое. Аплодисменты, третья модель. Хорошо. Четвертый костюм, и тут действительно не обошлось. Ой. Вот брата костюм. Как-то поднимает, да.
настроение. Смотрите, не обошлось одной шапкой, или это шапка с продолжением, возможно? Что, человек из рентген-кабинета, возможно, вот, да, какой-то? Что, как это называется, как можно описать это все? Маленькая принцесса. Маленькая принцесса, хорошо, да, ну, действительно. Так, вы с этой планеты, скажите, мне кажется... Космическая маленькая принцесса. Да, слово, извините, конечно. Космическая маленькая принцесса. Добавить нечего, да? Да, согласна, Лика согласна, космическая. Аплодисменты космической маленькой принцессе. Очень хорошо вы смотритесь на нашей планете Маяк. Внутрь кидать яблоки для запекания или там картофель, например. Хорошо. И пятая модель, пожалуйста, прошу. Здесь, ну, двоих, вот, классно, да? Решение, молодцы. Зачем? Зачем делить, да, кого-то выбирать? Вдвоем решили сделать. Есть как какие-то... Когда говорили о конкурсе, ну вот защита, может быть, от мыслей каких-то сторонних. Решили вообще не тратить в альбом, молодцы, экономные. Я думаю, что это защита от змей. Так, у вас есть что-то вот добавить к своему... Черт, что сверху антенка. Черт, что сверху антенка. Ну или телепузики, если кто-то в курсе. Да, то... Так, может быть, женский вариант... Хотя по форме не похоже. Другой. Весеннее головокружение. Шляпка. Шляпка. Весеннее головокружение. Лик, прокомментируй и потом выбери, пожалуйста, что тебе понравилось. Ну, могу сказать, что мы оригинальные здесь, мы придумали. С такими... Сразу видно ваши отношения друг к другу, как у себя. Но раз у нас на планете есть, да, король и королева, но вам нужно, наверное, какое-то обеспечение все-таки безопасности, которое нам может обеспечить. Вот человек с антенной, который будет все вокруг, везде. Коновал просто пленил сразу. То есть это наш победитель, я так понимаю. Наш спаситель. Наш спаситель. Аплодисменты, пожалуйста. Вот Константин побеждает. Категория «Лучшая шляпа из фольги». Но все-таки давайте подарки всем раздадим. Забирайте, да. Каждая пара берет по одному коктейлю. К сожалению, один коктейль, но зато можно его растянуть. А трубочки две. Кстати, трубочки в коктейле две. Видишь, как это, все круто смотрим. Это в кризис, да, очень актуально. Да, поздравляем вас. Поздравляем. Все. Аплодисменты всем. Можете быть свободны. Дегустируйте коктейль. Специальная программа, которая поможет нам вывести вот на этот экран все фотографии с хэштегом «Планета Маяк ТЛТ». Вот здесь на этом экране мы посмотрим все фотки, которые вы сегодня наделали с этим хэштегом. И фотография, которая наберет наибольшее количество лайков, мы это увидим. Здесь будет видно, что вот фотография, у которой целых там, не знаю, 17 или 27 лайков. Она как раз и выиграет, этот человек будет приглашен сюда и заберет сертификат на квест. Тольяттинский групповой сертификат на целую толпу людей. Квест называется «Неизвестная планета». На 7 человек рассчитан квест. Неважно, из Тольятти вы, из Жигулевска или из Самары, я думаю, что всемиром сходить на какое-то развлечение такое, это очень круто. Дорогие друзья, аплодисменты. Так, что Тольятти не наверняет. А задувать нужно свечи? Дай, пожалуйста. Задувать надо? Да я бы не рискнул. Они справятся. Давайте мы встанем рядом с этим. Да, надо разрезать торт. Кто-то. Вот я боюсь, что сейчас начнут подходить и говорить. Мне, пожалуйста, с планетой, можно? Тарелку не надо туда, покажите всем. Человек с тарелкой, с ножом, с вилкой подошел уже. Кто-то будет резать или мы попросим сотрудников ресторана сделать? Мы, кстати, не приглашали сегодня еще к микрофону начальника службы радиовещания. Вот, например, она могла бы сделать торжественный... Надрез, да. Наш непосредственный начальник службы радиовещания ГТРК «Самара» Елена Хигай. Здравствуйте, Елена Викторовна. Мы поздравляем вас. Спасибо. А вы нас? Я поздравляю вас со всем этим замечательным событием и с тем, что к нам приехали долгожданные гости, и с тем, что у нас день рождения. И я вам могу сказать, дорогие слушатели, что у нас... Замечательный ведущий, правда? Да, это правда. Елена Викторовна, какая вам планета больше нравится? Давайте, делайте торжественное открытие. Вот вам нож, предупреждает, что режется плохо. Вот вам нож, а ты отходи подальше. Пластик, да. Нужна пила, циркулярка или что-то. Да как хотите, да. Вот сегодня можно, да, вам можно как угодно. Надрез. И поехали. Тут должна выскочить стриптизерша, нет, в этот момент? Нет, все понятно, это другой праздник. Себе. Ну все, да.
начальник службы радиовещания. Дальше нам помогут сотрудники ресторана. Не переживайте, торта хватит всем. Может быть, фотографии соответствуют? Ну что, давайте посмотрим, что там происходит с Инстаграмом. Да, конечно, события дня. Итак, планета моя. Не только Тольятти, но и Самара. Вот уже появляется наш вечер, друзья, поэтому ваши фотографии, возможно, скоро появятся. Эстрадного современного танца «Креатив». Спасибо большое. Друзья, мне кажется, сейчас все люди, которые участвуют
конкурсе «Порт лошадки» вообще им не стоит ничего бояться, они защищены от этих всех. Да, она была, конечно, не больше не сражения, как инопланетяне, или как гуманоиды, или как они это называют. И вот думают, как это удастся ли нам сделать вместе с инопланетным вторжением креатив. Да, пойдемте. Нам нужно сделать флешмоб танцевальный вместе. Слушай, потрясающе. У нее отличный костюм. Это такая, смотри. Космический. Маньячок, наверное. Да. Кто-нибудь выйдет к нам на танцевальный флешмоб? Вы знаете, как это делается? Один человек показывает, все остальные повторяют и пытаются успеть. Пойдемте, да. Мы с вами участвуем, поэтому что сидеть? Мы будем позориться так же, как и вы. Пойдемте, да. Да, пойдемте. Не бойтесь ничего. Мы приглашаем всех. Будем танцевать, повторять, получится весело. Давай, да. Латиноамериканское что-то будет, я так понимаю, да? «Звездные войны», там все дела. Так, давайте. Так, нам как-то по-особенному надо встать, Анастасия, посмотрите на нас. Мы нормально, мы в линейке стоим. Так, если кто-то надумает, присоединяйтесь еще к нам. Пойдемте. Нравится? Это нормальная музыка, да, я знаю, да. А в моем платье не видно, так пишите. С вашего позволения я не буду. Нам все нравится пока. Ломай, сноси декорации. Мы хотели с Константином выйти, но вовремя остановились. Да? Нет, конечно, не для вас, Константин. Это мы умеем, да, это мы умеем. Да, вряд ли. Отлично. Мне кажется, для осанки хорошо. Как у вас у всех это получается делать? О, вот это знаю, да, вот это знаю. И в обратную сторону. У меня вопрос, а в балете креатив много таких? Может быть, надо было этот номер взять, а не... Я очень надеюсь, что эта музыка длится 37 минут. Аплодисменты, что ли, хотя бы, да, если есть люди со свободными ладошами. Кто-нибудь может понять, у кого лучше всего получается повторять движение? Да? Можно понять? Сейчас мы... Так. У меня такое ощущение, что нас обманули, как будто они этот танец знали до этого. Да. Я тоже... Как они так сразу? Да, мы вас найдем. Просто это настоящий креатив. Дорогие друзья, ждите нашу беседу в прямом эфире. Сертификат на тот самый квест, который в Тольятти находится и называется «Неизвестная планета». Аплодисменты. Ну, давайте по очереди, да, по очереди. Пойдем. Вас зовут? Виктория. Аплодисменты Виктории. Я надеюсь, вы запомнили, кто как танцевал, да? Так, вас? Анюта. Анюте аплодисменты, пожалуйста. Вас как зовут? Нона. Очень приятно. Нона, аплодисменты. Вот настоящие овации. Продолжаем. Так. Вас зовут? Венера. Венере аплодисменты. Хорошо. Екатерина? Да. Екатерина, пожалуйста. Ух ты! Я там взрыв. Сейчас Нона подумала. Вот. Так, давайте. Так, вас зовут? Ирина, конечно. Ирина аплодисменты. Он старался. И? Вика аплодисменты. Итак, у нас две претендентки на приз. Это Екатерина и Нонна. Ну, даже не знаю, да? Екатерина говорит, отдать надо приз, конечно, Нонне. Аплодисменты! Мне кажется, мужчины за этот конкурс в ладони отбили точно.
Я тебе дарю подарок и даю тебе маленький совет. Если еще будут где-то конкурсы, где участвуют взрослые, всегда выходи, ладно? Всегда будешь выигрывать, я знаю точно. Поздравляем тебя, спасибо всем за участие. Кавер-группа «Джиз» под ваши овации. Давайте, друзья, все вместе. Здесь придется танцевать, правда. Да, здесь? Мы с вами оставили напоследок, что вы как раз садитесь на лишние жилы. Вот. Танцевали на этом не заканчивается, поэтому срочно выходите сюда и такое... Чувствую прям по энергетике, что девочки уже готовы выходить, собственно, и колбаситься. Девочки, готовы танцевать? Что это было такое легкое знакомство с нами. Вот здесь на танцполе должна быть колбасня. Леди знает, о чем я говорю. Погнали. Сейчас я не знаю, что 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 я
месяца за эту кучу за красавчик, а теперь я буду ножка гонять. Я особен этим, слышит этот мотив, симулятор танцев. Я десятое место, у меня все песни в глазах. Just like, hey, hey, I
the sheets of jail, but the scam never was a quitter. They said that great job, she's got to work. Спасибо. Девчушки, я вижу вас на танцполе, и мне становится хорошо. Давайте споем песню для вас. Девочки, только петь придется вместе, окей? Договорились? Посмотрите. Выбирай себе любимый свой след. Еще 5 секунд молчания, и меняется. Just
Спасибо вам, спасибо. Низкий поклон. Хлеб, они хотят с вами сфотографироваться теперь все постоянно, да. Можете подходить к нам. Подожди, подожди, давайте сейчас закончим вот с группой. Да, вот так. Эй, автограф-сессия. Да, да зачем нам Стилавин, зачем Бахидов? Смотрите, как, а? Вот, у нас очередь больше, чем все. А может, я каждое выступление так заканчивается. И вот если они бы сейчас назвали номер гостиницы, представляешь, что вот началось? Мы поехали в гостиницу такую-то. Вся группа держит девушку на руках, или просто Евгения, или вот все вместе. Сейчас скажу сколько. 5 подарков, 4 коктейля и тот самый сертификат на 7 человек в квест. Смотрите, какая история приключилась с этим конкурсом. Во-первых, на экране сейчас показывают только фотографии с хэштегом «Маяк Тольятти». Поэтому можно не смотреть, да? Мы же участвовали с вами с другим хэштегом, правильно? Мы просили всех размещать хэштег, который называется... «Планета Маяк ТЛТ». «Планета Маяк ТЛТ». Но я хочу сказать не только с этим хэштегом. Да? «Маяк Тольятти» тоже участвовала. Здесь тоже есть некоторые фотографии, но не все. Вот Ирина подсказывает, что сейчас появится ее. Мне кажется, мы специально так ждали. Я предлагаю сделать сейчас чрезвычайно очень честно. Кто хочет получить сертификат, кто выкладывал фотографии с хэштегом, подходите, давайте смотреть, сколько у вас лайков, и прямо вот здесь на месте сейчас решим, у кого лайков больше. Так, друзья, подарки остались, мы заинтересованы, чтобы их раздать, поэтому срочно к нам, да. Смотрим. Как это определить? Да, 21. Ну, в общем, с хэштегом? Это прямо за вечер? Да, за вечер, да, 74. Вот ко мне подошла девушка с никнеймом «Мягкая 190». Да, это Надежда. Вот. А потом моя воска была поднята вверх, «Маяк Тольятти». Но пока. Лучший вариант 70 пока еще. 74, 67 вот есть, да. У нас как будто аукцион, мне кажется, еще молоточки. Давайте хотя бы 2, что ли, коктейля. Конечно, раз уж дождалась. В общем, это коктейль «Гравитация». Пожалуйста, не сильно к ядру сегодня. Надежде и подруге, да? Правильно, правильно. Вот. Поздравляем вас. Спасибо, участвуйте в интерактиве. Спасибо всем, кто участвовал. Молодцы, молодцы. Так, 2 коктейля. 2 коктейля. И... Так, ты можешь решиться? Да, держите. 2 коктейля. Все-таки я как планировал, пожалуйста. А Эля потрясающая девушка, которая делает невероятные космические прически и не пьет. Она за рулем, ей не повезло. А, в смысле, повезло. Или не повезло, не знаю. На этом, дорогие друзья, мы переходим в стадию космической дискотеки. Мы ставим тот самый космический микс, да, который ставит специальный человек. На этом мы заканчиваем свое вещание, как говорится. Но продолжаем танцевать. Все верно. Спасибо, с днем рождения всех. Спасибо. Спасибо всем, кто пришел. Да, можно нам свет пофоткаться?